Здравствуйте. Я очень рад, что у нас сегодня много, несмотря на мороз. 18 лет я живу при Путине. Я не хочу еще 6 лет прожить при этом безумном, лысеющем старикашкой, который напичкан ботоксом. Я хочу, чтобы в России, чтобы в Саратове бегали Саакашвили. Я очень хочу видеть Саакашвили во власти, в правительстве, на саратовских улицах. Потому что выходит бывший наш президент и говорит: это все компот. Но денег нет, а вы держитесь. Но компот. И он говорит, что что он против, что люди приходят к власти, какие-то обормоты, которые рвутся к власти, а вот он не обормот. 18 лет, вот смотрите, 18 лет Путину власти, еще он хочет на 6 лет, да, уже он наплевал на Конституцию. Неужели мы не можем выбрать достойного президента? Неужели Путин — это наше все? Я призываю врачей и учителей, которые будут на этих выборах сидеть и будут подтасовывать результаты. Мне их не жалко, они и так уже в нищете живут, и они на что-то надеются. Они